Всем приветик, Юлечка у нас на коловаде, а я получила посылку, сейчас буду ее распаковывать. Распаковываем коловадочку. Так, адрес не показываю свой, вот она моя посылочка. Так, у нас тут доктор Оксана. Юля, ты нас всех Увага! Від повітряної тривоги. Открою, посмотрим, что в моей посылочке. Это у меня второй этап, вторая часть, так сказать. Смотрите, что у меня. Концепция здоровья. Концепция здоровья. У меня Go Detox. Go Detox – это та самая знаменитая коловада, на которую... Юля, ты уже пошла, а мы собираемся с Оксаной. Оксан, когда мы пойдем? Или в понедельник? Ну хорошо, ну как скажешь, давай тогда завтра начнем. Давай. В общем, да. Сейчас я покажу, что у меня тут еще пришло. Парашилд убивает паразитиков, всякую пакость, да? Паразитов, да. Ты как доктор? Вирусы, бактерии, грибы. Вот это вот все. Наверное, сделаю третий, да? Третья часть у меня будет это. Да, да. Такая здесь классная зубная паста, которая выстраивает зубную эмаль. Она ее как бы... Что она делает? Она содержит гидроксиапатит. И она, то есть, как бы шлифует микротрещинки. Угу, класс. Гляньте, все говорят, все, кто принимает, знают, что вот это вот... Это сильвергель. Сильвергель. Да, да. Серебряный гель. И что, его это серебро... Да, 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 да. Маски даже можно... Его ранки заживляют, хорошо. Серебро – это природный антибиотик. И он не только антибиотик, то есть он не только бактерии уничтожает. Вирусы, грибки, бактерии. Вот, и он действует на 650 видов бактерий. А любой антибиотик на 4-5 видов. Вот, так что... Серебро – это природный антибиотик. Да, я такой же точно спрей купила, а теперь вот купила крем. Думаю, поеду в Европу, возьму с собой. Слушайте, пью вот это. Пью вот это, и это, конечно, я тоже. Сказка. Месяц я пропила. Юль, это у тебя первый день? Я пропила месяц с первой частью. Первая у нас Coral Detox Plus. Я, блин, другой, я человек другой. Я вот сегодня была на встрече, я слушала, как люди меняются, я удивляюсь. Один месяц прошел, у меня нет головных болей, я так рада. Оксана, хочешь что-нибудь сказать про легендарную Coral Mine? Coral Mine – это минеральная композиция, которая содержит коралл-санга. Здесь 70 микро- и макроэлементов в ионной форме. Плюс при добавлении вот такого вот маленького пакетика саше на 1,5 литра, через 5 минут у вас структурированная вода. Она имеет определенное pH-свойство, слабощелочная. Да-да-да, Вероника. Живая, да? Да, и самое важное, живая, да, не мертвая. К сожалению, все воды, которые мы пьем, они могут быть очищены, но они имеют положительный заряд. Это значит мертвая вода, вот, и поэтому она забирает нашу жизненную энергию. А эта вода, она в течение суток содержит заряд минус 70, минус 200. И что вот. У меня здесь еще? Я докупила... И то у меня уже какая? Вторая, наверное, посылка. Я докупила... Грифония, да. Очень хорошо действует, успокаивает на нервную систему, нормализует сон. Здесь она содержит триптофан, предшественник серотонина. Серотонин – это гормон счастья. Да, нормализует. Так что если у вас плохое настроение... Да, моя дочь что-то спать не могла, надо ей попробовать, может быть, она начнет. Но вот мне казалось, что у меня какой-то непонятный, какие-то звуки, что-то такое вечером. Ну, дай-ка я приму. Бац, у меня все как рукой сняло, я не знаю, может, это у меня, как это сказать, я сама себе внушаю, ну, не знаю, но я послушала видео. И люди были просто в восторге от грифонии. Не, просто понимаешь, хорошо, мы можем сказать, что мы сами себе внушаем, но мы же животным не внушаем, мы не можем детям внушить. Ну да, точно. Ну мы да. Животным не можем внушить. А животные очень хорошо пьют продукцию, они сами просят. И дети тоже, кстати. Ага. И в этой посылке последнее вот это я купила. И я Готу Кола. Это винотоник, да, он это очень хорошо действует на головной мозг. Угу. Да, так мне его следует принимать, когда я буду коловаду делать вот эту, или не надо?
Или просто Ну, может, колбаски? попозже. Может, попозже. Хорошо. Да, а вот эта вот коловада, Да, давайте она попробуем. рассчитана на 2 недели. Значит, Вот хорошо. первые 7 дней у нас идет подготовка. Вот есть такие пакетики, сейчас я покажу. Вот Вот первый. такой вот пакетик, мы его пьем утром и вечером, здесь капсулки. Вот, и исключаем продукты животного происхождения. Рыбу можно, мясо, то есть как бы исключаем вот такое вот. Девочки, я Рыбку, расстроюсь. салатики. Рыбку, салатики можно в течение недельки. А потом мы идем 4 дня голод без голода. А потом второй Так, пакет этот или второй этот? этап. 8 пакетиков. Сейчас у меня грин коловада. А, У у тебя меня должны быть такие вот вот здесь два пакета. маленькую двоечку возьми, маленькую или Маленький. большую сейчас. Ага. Это я впервые сейчас открываю. Вместе с вами. Открыть его, да? Там глина, да, должна быть А, здесь глина, еще каолиновая таблеточка. глина. В маленьком еще таблеточку. Ага, таблета. Значит, в большом. Сейчас я А в посмотрю, большом, что у значит, меня три тут таблетки. лежит. Да, вот она тут, Да, да? вот, сейчас все, я нашла. Вот такой вот пакетик. Каолиновая глина. Ты ее разбудишь водой. Вот она разбухает. В 40 раз в кишечнике. Ты ее разводишь, и быстренько надо выпить. Потому что она как бы разбухает быстро. Вот. И потом как бы идет очищение. Она втягивает себя. Она очищает ворсиночки. То есть как бы... Вот. И так мы питаемся 4 дня. А потом у нас восстановление. Третий этап восстановления. 3 дня тоже. То есть И все через два... эти обе идут Да. 4 дня. Да. Нет, Утром ты пьешь капсулы, так же, как и на первом этапе. Вот эти вот капсулы ты пьешь. а это третий этап восстановления. А третий этап восстановления, да. То есть мы когда почистили, мы заселяем микрофлору. То есть, чтобы подготовиться... Да, суперфлора. А это принимать, когда второй этап или третий? Третий. Третий. Ну, когда заселение идет. А, все понятно. Мы Да-да. же кишечник почистили, и Логично. желательно заселить туда эту полезную микрофлору. Логично. В общем, я excited. Я взволнована. Давай сделаем улыбочку, чтобы у нас с тобой был, так сказать, как его называют. Ну, дай-ка я его засниму. Фоточку сделаем. Та-дам! Не получилось. Ну, И ладно. через 2 недели придем обновленные. Не, ну мы каждый день будем как бы рассказывать, транслировать, что с нами происходит. В принципе, мы можем это делать, правда? Да, но Юля нас опередила. Ты посмотри, как она шустро взяла и пошла сама. Да, втихаря, шустрая такая. Да, мне надо, чтобы все правильно, чтобы под присмотром врача. А она раз. Ну, она же медсестра, может, поэтому она. Молодец, девчонка. Ну, посмотрим. Ну, в общем, это у нас будет распаковка. Завтра выйдем опять в эфир, да? Да. Так что вот. Сейчас мы попрощаемся, ты не уходи. Запись. Хорошо. Если вопросы, Пока. пишите под видео и ссылочку. И если хотите, с Оксаной сделаем встречу. Правильно, Оксана? Ты же всегда готова, правильно? Встретиться, поговорить, да? Личку мне в email veronikaprovidence@gmail.com. Кстати, я это все хотела говорить на английском. Завтра будем говорить на английском. Буду переводить. Сейчас я прекращу запись. Пока что я прощаюсь. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Почему? Расскажи, почему нужно все-таки начинать с Coral Detox Plus? Почему вот все-таки важно? Вот то, что она пропустила, Юля. Ну, потому что подготовить надо. Ты же, когда начинаешь генеральную уборку, ты сначала, то есть, как бы все подготовишь, то есть, как бы, чтобы лучше почистить, ну, там, помыть, доступ лучше был, понимаешь? Ты же должна все убрать сначала. Ну да. Вот. И поэтому, то есть, как бы сначала идет подготовка. Конечно, это жестко сразу же пойти, знаешь, так как бы все сразу же залить водой, так, и все вычистить. Но потом, то есть, как бы, ну, посмотрим, как у нее это получится.
Мне вот еще Вот. интересно, ты как-то Ну... присылала видео, Палиенко тоже это делает со своей женой, знаменитый Палиенко, да? Ну как он известный, кто он? Не знаю, Да, психолог. Александр Палиенко. Да. Вот он тоже, вот это вот Коловада, это Коловада. Вот он тоже делает и рекламирует, что делает 2 раза в год, да? То есть интересно, я буду 100% делать. Ну, а потом это, да? Да. А Coral Detox Plus, ну, для чего он нам нужен? Во-первых, мы состоим из воды. Воду надо пить постоянно. Если мы пьем воду плохого качества, то, ну, можно о себе позаботиться. Да. Потому что наше тело у нас одно, и отдано на одну жизнь. Конечно. Вот. И я, например, хочу давать воду ей, ну, как бы лучшего качества своему организму. Вот. Потому что на переработку этой воды она по-любому она не усвоится организму, покуда она не будет иметь определенные параметры. И вот когда она только переработается, она это потратится, наша жизненная энергия, то есть как бы наша батарейка. Ну вот представь как бы батарейку, которую как бы человек, чело век, да? Чело на век, это 100 лет человек живет, да? И почему люди не доживают до такого возраста некоторые? Потому что тратится энергия впустую, то есть на переработку воды, вот, той же. Поэтому я себе делаю Coral Mine, и я не беспокоюсь об этом. Для чего нам антиоксиданты? У нас в организме в процессе жизнедеятельности вырабатываются постоянно свободные радикалы. Эти свободные радикалы, чем они опасны? Если их большое количество, они бомбардируют внутри клетки все. Вот. И если они начинают доходить до ядра, то это стопроцентная онкология. Зачем? Если мы можем их удалять, то есть как бы благодаря антиоксидантам. То есть как бы H500 антиоксидант, он забирает на себя большое количество свободных радикалов и преобразует их в воду. Вот, плюс дополнительная вода. Лецитин. Вот, лецитин нам, у нас все клеточки, какие бы у нас, клетки мозга, клетки сердца, они все имеют мембрану, то есть они имеют оболочку. И иногда раньше это говорили, что это как бы мозг клетки, не ядро клетки, мозг. А вот именно эта оболочка, потому что она определяет, какое вещество пропускать, как его пропускать. И опять же, эта оболочка, она состоит из лецитина, из двухслойной мембраны, из жиров. А так как нам сказали, что жиры вредно, была такая теория, сейчас, слава богу, от нее отходят, вот, то мы все обезжиренное, и мы не получаем, то есть, как бы жиров с пищей. Большое количество. А у нас триллионы клеток, и каждой клеточке нужен этот жир. Поэтому, то есть, дополнительно лецитин. Вот. И, ну, так как мы дышим постоянно и кушаем, ну, нам постоянно это надо. Потому Конечно. что в процессе жизнедеятельности у нас происходит процесс окисления в организме. Процесс окисления, вот, можно сравнить, как железо ржавое. То есть, вот знаешь, когда оно вот лежит, да, оно начинает ржаветь. Вот так же, благодаря процессам окисления, которые по-любому у нас в организме происходят, мы изнутри начинаем стареть, мы ржавеем. И мы можем эту ржавчину почистить, ее убрать. Поэтому почему бы этим не воспользоваться? Какой запах сирени сказочный. Ты права, 100%. Скажи, а вот утром можно, допустим, там яйцо себе сварил и кракер с маслом, вот жиры. Жиры, где лучше всего получать жиры? Жиры, ну, масло не Морс, менее 82,5. да? Да, да. Ну, желательно, конечно, вот жиры, они не совмещают с углеводами. То есть с хлебом не надо отдельно. То есть кракер Очень не... хорошо сало. Сало. Ну, нежелательно. Да, сало очень хорошо. А куда масло? Там большое количество. С чем масло можно съесть? Просто с яйцом? Сыра. А попробуй кусочек сыра. Масло и сверху опять. Это называется чизики. Сыр, масло и сыр опять. Попробую. Это очень, кстати, вкусно. Или авокадо, да, можно? Да, авокадо тоже. Тоже. Вот. Топленое масло. Ну да, точно, точно. Хорошая идея, спасибочки. Ну тогда еще раз попрощаемся. Попрощаемся с Лизой. Подписывайтесь на канал и благодарите. Пишите комментарии внизу.
Пока-пока.